Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что к Киеву с севера приближается большая колонна военной техники. По обновленной информации, длина колонны более 60 километров. Ее часть уже зашла на территорию аэропорта Антонов в Гостомеле, в 25 километрах от Киева, сообщил журналист New York Times Кристоф Кеттл. Администрация президента США внимательно следит за российским военным конвоем, который, согласно новым спутниковым снимкам, опубликованным Maxar, достиг окраин Киева и имеет длину в более чем 64 километров, сообщает CNN. Американские чиновники, которые были удивлены ожесточенным сопротивлением Украины, теперь опасаются, что ситуация станет намного более сложной, отметил телеканал. Старший научный сотрудник Американского центра военно-морского анализа Майкл Коффман считает, что российская армия поменяет тактику ведения боя в Украине. За исключением сильных обстрелов вокруг Харькова, использование огня было ограничено по сравнению с тем, как обычно действует российская армия. К сожалению, я думаю, что это изменится. Российская армия в первую очередь является артиллерийской армией, и до сих пор она использовала лишь часть имеющихся огневых средств в этой войне, написал он в Твиттер. Коффман отметил, что основная часть российской армии еще не вступила в бой. Он прогнозирует, что Россия, стремясь поскорее захватить Киев, усилит количество обстрелов и применение авиации. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.